Неля Штепан вышла из СИЗО. Меру пресечения экс-меру Славянска избрал Ленинский райсуд Харькова на круглосуточный домашний арест. Штепе предписано носить электронный браслет. Находиться она должна по месту жительства в Славянске Донецкой области. Сегодня вечером Штепа туда и отправилась. Напомню, бывшую градоначальницу арестовали 13 июля 2014-го. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создании террористической группы. За время рассмотрения дело несколько раз менялись судьи. В мае слушания начались вновь, уже в четвертый раз.